Первый суд по этому делу состоялся в конце марта в Череповце. Евгений Ершов решил опротестовать решение городской думы от 29 декабря прошлого года. Он утверждал, что документ, принятый на местном уровне, позволил взимать 22 рубля за проезд на автобусах номер 2, 6, 8, 27 и 37. По правилам, на общественном транспорте с длиной маршрута менее 10 километров полагается плата в 10 рублей. По версии федерального законодательства, понятие маршрута – это расстояние от точки А до точки Б. В ответе прокуратуры, который я получил, дана ссылка на законодательство муниципальное, где по решению городской думы в понятие маршрут – это движение от точки А до точки Б. В точке Б происходит разворот, и мы возвращаемся в точку А. Именно столько, 10 рублей, стоит билет на автобусе 32-го маршрута. Поход по судебным инстанциям Евгения Ершова закончился 19 июня. Производство было прекращено, поскольку городская дума отменила определение понятия «маршрут». Мы просто, в принципе, взяли и эту формулировку из положения о транспортном обслуживании, утвержденном городской думой, изъяли. Решение городской силы вступило уже в силу 6 июня, то есть продолжает действовать федеральная норма. Могу заверить, что как ситуация в городе была, она так и остается. Транспорт работает, тарифы те же, все то же. Вот и получается, что маршруты автобусов 2, 6, 8, 27 и 37 закольцованы. Протяженность более 10 километров. Соответственно, и плата 22 рубля. То есть у них начальная остановка является конечной и проходит через основные остановки по городу. В течение маршрута можно, значит, проехать по всему маршруту. На промежуточных остановках не взимается дополнительная оплата и пассажиры не высаживаются. Пример такой — шестерка. У нее остановки, значит, вокзал, Доменная, вокзал. Мы отправились на остановку Доменная, чтобы пообщаться с водителями и кондукторами автобусов и узнать, как давно их маршруты закольцевали. Вот автобус номер 37. На табличке четко указаны начальная и конечная остановки. Может, еще не успели поменять? Спрашиваем у водителя. Ну, на ветеранов конечная остановка, они уходят там, мы дожидаемся своего времени и дальше едем. То есть, по сути, по петле нам не проехать? Нет. То есть нужно будет выйти и еще раз заплатить? Да. Ветеранов там, конечно. Никакого кольца на этом маршруте. Это подтверждают другие водители и пассажиры. Как привычный маршрут в шестерке 37-го для вас? Это с конечными или нет? Были, да. Пока до этого, до вашей информации так и было. 27-й, восьмерка, 38-й, все они идут по кольцевой. Только таблички снова на это не указывают. А вот на автобусе 6-го маршрута за 22 рубля можно сесть на вокзале и, развернувшись на Доменной, вернуться назад. В салоне маршрутки даже есть схема проезда. На вокзале у нас идет конечная остановка. Доменная, она кольцевая. Мы проезжаем, пассажиры, если находятся в автобусе, соответственно, они остаются с тем же билетом, с которым они едут. Обелечивание это не идет. Единственное, в шестерке, как и в автобусе второго маршрута, на развороте приходится делать остановку на несколько минут. Добиваться таких же изменений на других закольцованных маршрутах Евгений Ершов намерен через прокуратуру.